Так, все, началась запись. Всем здорово, дамы и господа. Вы, наверное, уже заметили, что канал луны не стало. Да-да, мы постарались своим новым оружием против мусора Wildcraft. Да и многие, в принципе, просили нас об этом. Вообще сейчас не об этом. Почему же мы решили, что у нас заслуживает бана? Да все просто, потому что не был кринжовый контент, связанный с Амиком. Да и много еще чего. Вот и лисы решили спасти вас. Есть, конечно, еще много причин, но сценаристу лень расписывать. Если хотите, он распишет в Телеграме. Сейчас появится QR-код, а также инструкция вам по ссылке в описании будет. Разбана, короче, не будет, если будем подвести итог нашей темы про нее. Также одна из новостей, которую мы хотим вам рассказать, что лесари нашли новый гениальный план, как сносить каналы, и на данный момент ведутся испытания его. Если испытания пройдут успешно, то увидите план в действии и результаты егоные. Вообще, будем вас оповещать в Телеграм-канале. Все инструкции в начале... Всем пока.